Приветик, Сергей Штаткин, Токио, город Лексингтон, 20 июля, суббота, время обед. Вчера в пятницу был весь день на озере, и моя поездка оказалась не самая удачная. В общем, куча поломок вчера произошло. Все началось в 6:30 утра, я вышел на улицу, машина, хундайчик мой рабочий, стоял на улице, и я заметил, что правое переднее колесо было спущено. А я подошел и увидел, что вот такой саморез торчит из колеса. В общем, у меня инструмент есть, всегда вожу его с собой, поэтому думаю, сейчас быстренько отремонтирую и поеду. Когда я вытаскивал вот этот саморез, он неудачно зашел в колесо, обычно так прямо заходит, а он зашел как-то вот так зашел. В общем, я его кое-как его вытащил, когда начал вставлять туда-сюда жгут, я не смог найти вот эту... В общем, неудачно поставил жгут, и у меня, то есть воздух начал все равно проходить. Я его вытащил, поставил второй жгут, все равно воздух начал проходить. В общем, мне пришлось поставить два жгута вот таких, ну и как бы было нормально. То есть на полпути я остановился до озера и заметил, что все равно у меня пропускает воздух. Я постановился, подкачал, ну и как бы до озера доехал. Не стал менять запаску, думаю, буду слегка подкачивать и смотреть, как все это происходит. В общем, пока машина стояла на озере, два раза я подкачивал воздух. И на обратном пути тоже пришлось пару раз останавливаться и подкачивать. Сейчас тоже подкачаю. Вчера я приехал, вот так поставил машину в гараже. Не на улице, а здесь. Сейчас подкачаю и поеду к мексиканцам ремонтироваться. Я надеюсь, на нем все это сделают. Они будут снимать колесо и клеить его с внутренней стороны. То есть я потом все это покажу. Ну и другая проблема. Вчера поломалась джетски. В общем, мои друзья, ребята уехали далеко-далеко. И их часа два не было. Короче, они... В общем, они застряли. Не смогли завести джетски. Сказали, что когда начали заводить, пошел дым из отсека моторного и начало пахнуть паленым. Я так полагаю, что это стартер. Сейчас аккумулятор подсел, я его заряжу, ну и потом сделаю проверку, что происходит. Так, ну а сейчас... Так, ладно, да, джетски стартер. И вчера тоже хотел отремонтировать, помять вот эту доску. Видите, она здесь прогнила, и в общем здесь неудобно она стоит. Тоже так не безопасно ездить. В общем, три проблемы вчера, и сейчас будем потихоньку их решать. Сейчас давление здесь 17 PSI, 17 атмосфер, а надо 35. Подкачал колесо, выдвигаюсь к своему другу Карлосу. До него ехать 20 минут, он на другом конце города. Все, поехали. Ну вот я на месте. Сейчас ребята здесь снимут колесико, буду ремонтировать на куча мексиканских здесь всяких мастерских. Сейчас пока не снимут колесо, похожу, погуляю, посмотрим, что здесь происходит. Сняли колесо, пошли его, понесли его в мастерскую. Пойдемте посмотрим. Сейчас глянем. Это Карлос. Эй, Карлос, как ты, мой друг? Да, exactly right, right there. This light leaking. So that was leaking. Yes. So one went straight. Yes. You put the second one sideways. So we're gonna remove that. Yeah, we're going to patch it, right? Yeah. Короче, там две дырки, поэтому одна отремонтирована, а со второй течет. Лучше всего его отремонтировать, заклеить накладочку. Thank you.
Yeah, blue, but really, really flame. Watch out. Wow, fire show. Соседи Карлоса здесь занимаются штаковкой, штучными работами. Короче, ребята будут целый трак красить в оранжевый цвет. И будут красить здесь. Найдут порядок, помоются и будут красить. Офигеть. Есть куча мастерских. Напротив где-то 6 разных мастерских. И все занимаются разными делами. Все по машинам. Вот здесь интересно, машинка стоит. Ребята тоже занимаются и реставрацией. Непонятно, что это. Какой-то антиквар. Buick. На дисках написано Buick. Весело здесь, весело. Так, ну, ребята, колесо мое уже сделали. Сейчас его отбалансируют и можно будет ехать. Здесь они занимаются Chevy Sierra, я так понимаю, они по ходовой все будут делать. Мексиканский вариант. Так, ну что, пройдемся, посмотрим, что здесь еще у них есть такое. В основном здесь работают одни испанцы, латинос, мексиканцы и ребята с арабских стран. Здесь ребята ремонтируют, занимаются ремонтом кожи, кожаных сидушек. Так, какой-то трак. Fire department. Пожарники что-то приехали. Ладно, разворачиваемся, обратно поедем. Тут развалосхождение делают ребята. И всякий механический ремонт. А вот крайне оранжевый Dodge, ребята арабы, у них там есть фрейм, рамы тянут. Стапель, да, по-русски называется. В общем, такая здесь промзона. Так, ну что, друзья, движение по ремонту своей техники продолжается. Привез джетски в гараж, а хундайчик колесо отремонтировал. $40 я заплатил за ремонт колеса. Ну и на очереди джетски, пусть она стоит пока здесь в мастерской. Стартер в пути, должен прийти через пару дней. Ну а пока я сейчас начну разбор стартера. Я уже раз его менял несколько лет назад. Ну что, видимо, пришло время менять еще один раз. Поэтому снимаю сейчас сидушки и потихонечку начинаю работу. Давайте сейчас еще раз я проверю, посмотрю, что с ней происходит. Аккумулятор немножко подсел. Я поставил сюда небольшой бустер. Там написано 100% зарядка. Этого достаточно, чтобы ее завести. Зажигание включено на старт. Шум идет со стороны стартера. Он находится вот здесь, под пускным коллектором. Я думаю, что это стартер. Начинаю и пожелайте мне удачи. Поехали. Для начала подготавливаю место для работы. Мне нужно освободить, чтобы вот это место было все свободно. И для этого я снимаю вот этот воздушный фильтр воздушный. Вот в таком корпусе он. Вот здесь он не выходит никак. Здесь недостаточно места, слишком узко. Поэтому он выходит только вот через это место. Для этого освободил вот эту, даже не знаю, как называется, этот металлический бочонок воздушный. И вот тут, вот так он у меня сбоку должен выйти. Вот такая баклуша.
Я так понимаю, это воздушный фильтр для джетски. Здесь есть специально сливные. Если вода попадает, можно сливать воду отсюда. Так, я здесь немного увлекся и уже все практически разобрал. Давайте покажу, на каком этапе я нахожусь. В общем, я снимаю впускной коллектор. Он крепится вот здесь. Раз, два, три, четыре, семь. 7 мест крепления. Чтобы вот я сейчас вниз его опустил, уже снял. А чтобы его вытащить, он наверх не идет, нужно его в сторону. Для этого вот этот блок, который здесь крепится на стене, вот так его нужно, я его открутил, и вот так его надо положить его вниз. И тогда есть место, чтобы впускной коллектор вот так отодвинуть в сторону. Вот так его, мы его отодвинули, положили в сторонку, и все, стартер, вот он. Сейчас покажу. Света, свет. Так, свет есть. Вот стартер. А, что? Я уже открутил два кабеля, плюс-минус. Убираю в сторону. Два болтика крепит его вот здесь и здесь. И вот так он, ребят, выходит. Все, вот так он снялся. Вот так выглядит стартер. Новый уже в пути. Завтра придет, буду устанавливать. Проверять я его не буду, потому что запах есть паленого, поэтому смысл. Так, все готово. Вот эти резинки я смазал маслом, чтобы заход стартера в блок двигателя был таким более легким. Так, ну что, принимаем позицию и поехали его вставлять. Так, все, стартер сел на свое место. Теперь вот эти два болтика его держат в задней части. На 10 я их закручиваю, потом подключаю положительный и отрицательный провода, которые тут на аккумулятор. Ну, аккумулятор сейчас у меня отключен. В общем, сейчас все закручу и покажу концовку. Кстати, вот вот этот фильтр масляный, чтобы его, когда меняешь масло, надо рукой вот через это отверстие вот так вот тут просовываешь, потому что впускной коллектор на пути и в позе зю все это меняется. Так, стартер на месте, подключил провода, все четко. В общем, сейчас ставлю впускной коллектор, прохладку оставлю родную, вроде она смотрится неплохо. Единственное, потом поменяю прокладку клапанной крышки, она начинает течь, сопливится, немножко маслица течет. Но это потом, она меняется, в принципе, не трудно. Ну, а сейчас устанавливаю впускной коллектор, вот он. Просовывается вдоль борта и становится на шпильке. Снимать неудобно, сейчас поставлю и покажу. Впускной коллектор на месте, закрепил все болты, устанавливаю бензолинии, впуск-выход и подключаю всю проводку, для, ну, которая здесь наверху. Также устанавливаю, как это называется, господи. Конечно, дроссельная заслонка. Забыл. А почему я и снимал? Потому что первый раз, когда я менял стартер, я его менял сюда сбоку. Она была на моем пути. Но в этот раз можно было ее оставить, потому что я снимал весь коллектор, и можно было снять все это как одну часть. В общем, сейчас ставлю дроссельную заслонку и подключаю опять же всю проводку. Дроссельная заслонка на месте, закрутил, 4 болта ее больше таких длинных держит, подключил проводку, тросик газа на месте. Ну, сейчас устанавливаю этот электроблок со всеми модулями, он идет вот сюда, крепится вот на этой стене, ну и потом уже идет вот эта баклуша и коробка воздушного фильтра. Ну, в принципе, иду к завершению. Кстати, перед тем, как начать работу, я выкрутил все свечи зажигания. Они в хорошем состоянии, правда, были немного мокрые. Вот, и ключом за вал вот в этом месте провернул двигатель. Он хорошо, то есть я сделал оборот, и никаких проблем не было с вращением, поэтому двигатель в порядке, и я начал замену стартера. Так, ну что, сборка окончена, все на месте, все подключил, все готово для завода. Я поставил свечи, все, как говорится, на мази.
Единственное, аккумулятор дохленький, поэтому, ребят, использую вот этот маленький бустер. Эта штука, эта вещь. Вот эта штука заведет любую машину на парковке, если дохлый аккумулятор. Вот эта Honda, она стоит у меня 4 месяца на парковке. Аккумулятор вообще просто, как говорится, мертвый. Подключаю, заводит с первого раза. Потом дам, сделаю обзор и расскажу, покажу, что почем. А хорошая штучка вот так на экстренный случай держать в машине. Я ее обычно сейчас летом держу у себя в джетске, всегда, когда я уезжаю куда-нибудь, ну, на воде. А также у меня есть еще пару бустеров. Вот этому бустеру уже лет 10. Он уже, в принципе, сдыхает, и как бы он работает, но бывает, меня подводит. Он постоянно у меня стоит на зарядке, горит зеленая лампочка. И на смену ему я купил вот такой новый бустер. Это вообще монстр, просто зверь. Обязательно сделаю небольшой обзор по этому бустеру и по маленькому. Ну а сейчас я подключу его. Аккумулятор немножко слабенький. Я его сейчас подключу, стартану. А на ночь дома, домой, когда я оставлю джетски в гараже, я просто поставлю на зарядку на ночь маленький ток дам. Здесь 1 или 2, 1 ампер, 750 миллиампер на ночь. И за ночь он зарядится, все будет в порядке. Так, ну что, кульминационный момент. Зажигание включено. Он поставил бустер, включил. 100, зарядка 100, все четко. Так, здесь все подключено. И что, на старт? На старт. Санаваган. Так, попробую еще разок. Что-то мне не нравится это все дело. Не нравится. Старт. А зажигание выключено. Но это уже радует. Где тут кнопка? Да, здесь полозера приехала к нам домой. Все в порядке, немного воду выгнал на улицу. А когда притащили джетски, вот эта баклуша была, ребята ее оставили, сейчас покажу как. Они приехали на задней скорости, вернее джетски тянули на задней скорости, и вот это было закрыто все. Попало много воды вовнутрь, и плюс вот эта ступенька была вот так открыта, ну закрыта, поэтому ну, это было неправильно. Много воды стояло внутри, а плюс сейчас бензин еще не поступил в систему, поэтому так и трудно заводить. Но уже лучше, все лучше. Почти заводится. Стартер маслает как бешеный. Видимо, аккумулятор действительно слабенький. Но уже почти работает. Все, пошло. Все нормально. Фу, пронесло. Так, снимаю этот бустер. Все равно я хочу подключить вот этот маленький бустер, посмотреть. Он должен заводить. Он только вчера мне заводил вот эту мертвую Honda. Я вам тоже покажу. А то это здесь так громкогласно заявил, что самый лучший заводит любую машину, а в итоге вот так. Пятница, 8 утра, еду на озеро и заехал в свое любимое место, рыночек. Здесь местные фермеры, в основном бабушки, дедушки, еще то поколение американцев, они вот занимаются огородами и продают свою продукцию. Сейчас покажу, что купил. Здесь в кулечках все разложил. Вот так взял немного помидорки желтенькой, патиссончиков, огурчиков.
много не набираю, это так просто на выходные покушать. Молоденькая картошка. Дали 4 кукурузы, прям бесплатно попробовать. Говорят, попробуй, понравится, в следующий раз купишь. Ну и немножко перчика такого домашнего. В общем, салатик еще. Не знаю, как называется. В общем, накупил всяких вкусняшек, которые будет на выходные. На выходные. Ну, просто размяться. Так, ну ладно, еду на озеро. В общем, проверяю сегодня стартер и ремонтирую прицеп. Я вот смотрю, здесь одно поколение бабушки, дедушки, вот то еще поколение американцев. На них когда смотришь, ну, это люди еще той закалки. Приятно на них посмотреть. Так, ну все, на выезд на озеро. Стоят. Кстати, коров здесь очень много, очень. Стейки ходячие. Так, ну все, на дорогу и добрый путь. А вон и корова. Черненькие такие. Ребят, по дороге на озеро остановился в такой американской деревушке, глубинке. Гляньте, какие здесь машинки стоят. Это Dodge, грузовичок. Конечно, ржавенький уже весь. Понятно, что они не на ходу, но просто интересно вот так заснять, посмотреть на легенду вот тех американских времен. Это Ford. Видимо, на нем перевозили какие-то вещи. Вот такой грузовик большой. Еще один доджик. Грузовик как ЗИЛ. Додж. Это у нас стоит Chevy, Chevrolet. Тоже грузовик. Интересно прогуглить, посмотреть, какого года эти машины. Но это Isuzu старенькая, то есть, ну, более новенькая. Еще один доджик, трачок. Интересное место. Вот там еще машинки стоят. Как раз давайте пройдемся по этой глубинке. Здесь, видимо, были какие-то мастерские, наверное. Ух ты, куда я зашел. А, здесь у них здесь дом для, когда люди, ну, умирают. Как это называется, я не знаю. Гляньте, какая катафалка. Офигеть. Она уже не работает. Ну, понятно, что не рабочая, долго стоит, колеса приспущены. Все резинки вот подлетали. Интересно, сколько людей мертвых здесь, гробов было перевезено на этой машине. Вот такая церквушка, это funeral home, а ну, дом как это отпевание, где вот, даже не знаю, как по-русски сказать, где с людьми прощаются после, ну, после смерти. Фары уже все проржавели. Вот такое интересное местечко. Так, ладно, машина он стоит впереди, едем дальше. Так, все, едем дальше. Дорога идет вперед. Старенькое здание такое интересное. Когда-то, видимо, здесь был крутой бар. Люди гуляли, отдыхали. Сейчас все закрыто. Банк, People's Bank, Народный банк. Почта. Домики.
заедем в одно местечко, посмотрим, что здесь происходит. Здесь строят ресторан на дороге. Был здесь старенький ресторанчик вот с правой стороны. Он обанкротился, ребята сейчас делают просто ремоделинг. В таком кантри стайл. О, собаки. Собаки гавкают. Настоящая деревня. Ого. Ой, вы видели? Вы видели? Ни хера себе. Привет. Эй. Да здесь опасно выходить. Ну его в баню. Эй, Тузик. Ничего себе. Едем дальше. На меня уже собаки напали в Доминикане. Не хочу я еще такого счастья. О, какие подсолнухи. Красавчики. Так, ладно, едем дальше. Свободно. 8:45, я уже на озере. Ни души нету, ни рыбаков, никого на парковке нету. Со вчерашнего дня стоит, видимо, понтон и тишина. Только я один. Лепота. Сейчас самое главное не расслабляться, спустить джетски на воду и заниматься нужно ремонтом. Потому что если дашь слабинку, все, ремонта не будет. Лепота. Травка покошена на поле. Вообще смотрится как футбольное поле. Вообще класс. Обалдеть. Видосик. Так, ну, давайте на мое любимое место пойдем. Ну что, спускай джетски. Пора заниматься ремонтом. Сейчас пока я припаркую. Разгружусь и буду делать ремонт прицепа. Come on, давай слезай. На озере просто сказка. Сейчас припаркую джетски вот в этом таком красивом живописном месте. Да, стрекоза летает. Тут частный пляжик будет. Вернее, парковочка. Десять утра на озере. Опять же, тишина, никого нету, поэтому начинаю работу. Передвижная мастерская на месте. Прицеп все здесь, инструмент готов, поэтому начинаю работу. Замена двух досок. Для начала сниму только одну сторону и посмотрю, в каком состоянии эта доска. А что там смотреть? Надо снимать и делать. Снял все скобы, вот такие они ржавые, которые держали этот материал. Он больше похож на такой автомобильный ковролит. В принципе, наверное, можно было и новый заказать, но я думаю, он еще поработает. В принципе, он не такой и плохой. Положил новую доску. Она, кстати, вся обработана, поэтому не так будет быстро гнить как-то. Ну, сгнет со временем, но пока это все нормально. Вот так ее кладу. Заворачиваю и специальными вот такими скобами, специальным пистолетом таким пристреливаю
Ну и потом те кронштейны, которые впереди и сзади, надо будет стреллеры снять и сюда прикрепить. В общем, как-то вот так. Почти 10:30 утра. Смотрите, ни души нету, ни на парковке, ни на озере. Один я. Так, ну ладно, у меня немножко прогресс. Я продолжаю работать. Снял доску старую. Ковролином завернул новую. Вот так сейчас с скобами прошиваю ковролин. Так, все, работу закончил. Можно проверять. Значит, первая доска была действительно очень гнилая, вторая более-менее в порядке. Я их уже остановил две, обшил вот этим материалом, ковролином, все четко. Оставлю пока их вот в таком состоянии, когда джетски заедет и она поймает правильное, займет правильное место, тогда я их закручу, и каждый раз джетски будет вставать на правильное, ну, на правильное положение досок. Поэтому все оставляю здесь, инструмент в багажник и... На озеро можно отдыхать и купаться. Так, ну что, ребят, работу с прицепом закончил, поэтому попробую, как работает стартер. И поехали покатаемся на старт и вперед. Пока все нормально, протестируем его сегодня. Только я остановился, захотел проверить эти кормушки, ловушки, и сразу лодка приплыла. Смотрите, видите, лодка плывет. А, не знаю, сколько там людей, 1, 2, 3, но что-то будет интересное. Не зря она сюда приплыла. Они увидели, они стояли в стороне, увидели, что я вот сюда заплыл, и сюда сразу плывут. Так что сейчас будет интересно. Так, там их три человека, вот они на меня смотрят, интересно очень. В принципе, я не трогаю их ловушки, как бы я в порядке, просто они вот решили приплыть и посмотреть, что здесь происходит. Ну, в принципе, все даже интересно. Кстати, не поверите, они их снимают, одну сняли, сейчас плывут за второй. Я не знаю, как это легально вообще ловить вот на такую... Вот таким способом, поэтому мне просто даже самому интересно. Вот они сейчас плывут в направлении ко мне. Ну, я как рыбнадзор стою, просто смотрю. Пока ребята там собирают свои ловушки, попробую стартер. Son of a gun, он работает четко. А ребята вон там на лодке, вот. Там собирает ловушки и сматываются. Видимо, они перепугались меня. Ну, почему бы нет? У меня на голове полицейская фуражка. Поэтому все нормально, парни. Торопятся парни. Там одна девушка за рулем и два парня собирают ловушки. Надеюсь, винчестера не достанут и не шальмут по мне. Хотя смотрят в мою сторону очень недружелюбно. Так, ну что, давайте их удивим. Просто рядом пройдем и заснимем, да? Я думаю, будет уметь, это интересно.
7:30 вечера или ночи. Загрузил джетски на прицеп. Пора собираться. А не хочется на озере, так классно. Ого, такая темнота на улице. 10 вечера, ну и как по традиции, чашечка кофе и в дорогу. На озере, кстати, не видно, но вот там, если видно огоньки, камера показывает. Я насчитал 17 лодок стоит. Рыбачки ловят, ну или просто люди отдыхают. Ладно, ребят, темнота. Всем огромный привет. Сегодня был удачный день. Джетски работает, прицеп отремонтировал, поэтому, как говорится, одной проблемой стало меньше. Все, всем огромный привет. Будем на связи. Это был Сергей, штат Кентукки. Всем пока-пока.